У наших соседей в Республике Татарстан пройдут 6 матчей предстоящего чемпионата мира по футболу. Первая встреча состоится уже 16 июня. Франция сыграет с Австралией. Для помощи в обеспечении порядка в Казань сегодня отправились полицейские из Чувашии. Сводный отряд полиции будет помогать в обеспечении безопасности спортсменов и болельщиков и охране порядка на матчах Мундиаля. Большая честь для вас, сотрудников, которые выезжают в составе сводного отряда в Казань. Добрый путь, ребят! Сразу после напутственных слов отряд отправился к автобусам. В командировку наши полицейские уехали прямо с Красной площади.